Так, езди стрелки. Блять, как мне теперь назад-то заехать? Ладно, сейчас я перед ним извинюсь, а то все-таки все равно неудобно как-то. Надо будет. Не, слушай, это как? Дрейк, у меня тут проблема. Ты можешь сейчас остановиться где-нибудь и телепортнуться сюда? Да, конечно, нет проблем. Сейчас на станцию останавливаюсь, я подъезжаю на станцию, блин. Причем проблема такая, что... Ты микрофон и тишина. Нажал. Ты микрофон нажал, удивительно. Давно такого не было. И молчит. Подождем его. Сейчас. А, кстати, слушай, вот когда ты ехал, вот когда ты вот сошел, ну говоришь то, что ты сошел, у тебя вот здесь вот на этом месте первый вагон сзади, прям знаешь, как резко подскочил. Так я про это и говорю. Вверх. На Земстрасе маршрут стоит на Приморской. Уже на Приморской, че? Что ты последнее сказал? Ну, если не совсем маршрут, стоим на обуху. Окей, сюда давай. Видишь, какой у него грустный голос, да? Значит, это его серьезно обидело. Ну, мне пофигу. То пофигу, то извинись, давай. Вот, смотри, стрелка по отклонению, а я проехал прямо, подскочив на ней. Че за хуйня? И сел. У тебя стрелка не по маршруту, ты сейчас поедешь и сойдешь. А он назад хочешь дать? Ну, а я стрелка-то у нее сейчас, смотри как. Заебись, мы разъехались. Он перевел ее обратно. Сейчас будет весело. Витя, а ты в курсе то, что у тебя колеса сжаты? Я знаю, я и говорю, что... Скажи ему то, что сейчас это, он сойдет точно. Да пускай. Это он сейчас не послушает. Даже не скажет. А, я знаю, почему он не скажет это. Потому что это ж все-таки его, это городская ветка. Ты чё, святая ветка? Еще давай. Все. Ты чё, он до предела прям. Он до предела прям доедет. Все, что ли? И он сейчас еще раз что ли хочет проверить? А, все, я сел. Да. Опять? Не, вы сейчас не сошли. Вас просто дернуло. Это вот как раз на этом месте, вот когда я смотрел, вот подпрыгнул в задний вагон. Точнее, задница первого вагона. Сейчас еще раз дернуть. Вот смотри, ведь сейчас в заднюю камеру. Вот сейчас что будет происходить? Смотришь? Во-во-во. Это вот задняя, это задний вагон, там вот тележка. Ее зажал. О! Офигеть, смотри, как ее выгнуло. И как это понимать? Это говнорук. Еще один путь закрывать. Ладно, вот так вот будет осаживаться, да? Ну тогда ему удачи. Может, ты сначала тележку на место поставишь, потом будешь осаживаться, а ты еще хуже будет. Да
ты чё? Не, зачем? Я так не буду делать. Я проще так сделаю. Я пошло по отклонению. А ему пофигу. Смотри-ка, вставал. Составу больно. Давай посмотрим, как будет выезжать. У него, конечно, вагон так будет сходить. Ты смотришь, да? Да. Запиши это на видео, слышишь? Да я пока записываю. Только не знаю, с самого начала. Для каждой игры, что ли, идет записи? Я же 100 раз посмотрел, у меня идет фоновая запись, она всегда записывает. Только я решаю записывать. Он стрелки проверяет. Слышишь, Федь? Он стрелки проверяет. Только зачем? Ну там типа коллизии нет, поэтому не проваливается. Нет, коллизия-то есть. В ней же ходим и руками-то дергаем. Он вообще-то в кабине. Смотри, смотри. Ну, он дергается уже. О-о-о. Пошел наперекосяк. Ты задний? Нет. Во, сошел, все. Ты по прямой поехал снова. Все, сошел. Блять, я чувствую, если хуй поиграю. Он прилег, блять, на бок. Вообще заебись, поиграл, блядь. Не знаешь, как залагало, бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. У меня же залагало все. Я так делаю, да. Ты сам типа будешь сюда. А чё с тележкой, слышь? Чё он делает? Ну восстанавливай. Конструктор собери сам, блядь. Или что-то в этом роде. Да, блять. Вот и адекватность. Вообще. У тебя голова не там, где надо. Он типа так разворачивается, став. Да короче, удаляй его, пофигу, переспавни. Да все равно выезжать-то. По другому пути попробуй выйти. Дрейк, восстанавливай, я не собираюсь переспавнивать заново. Он отцепил его. Он дурак, что ли? Так, ладно, я пока сохраню видео. А, он реально его восстанавливать собрался.